оливковая земля. Ей можно посыпать что угодно, и выглядит она шикарно. А то, что ее готовить проще простого, сделало ее хитом всех ресторанов несколько лет назад. И до сих пор это очень крутой декор, который вряд ли выйдет из моды, так как это красиво и вкусно. Кстати, этого видео не было бы, если бы не спонсор. Поэтому, если вы рады, что на канале новое видео и хотите, чтобы ко мне и дальше обращались рекламодатели, обязательно переходите в магазин Frogogo. В этом магазине вы найдете много брендовых товаров для кухни и дома по очень низким ценам. Главная фишка Frogogo – это система оплаты. Часть стоимости любого товара можно оплатить бонусными рублями. И вот как раз промокод на 5000 бонусных рублей для самых выгодных покупок. Промокод необходимо ввести при регистрации, либо уже после регистрации в личном кабинете. Деньги будут начислены сразу, и их тут же можно будет потратить на оплату товаров. Ссылка в описании. Для приготовления оливковой земли возьмем баночку черных оливок. Процедим их от жидкости, переложим на противень и отправим в духовку на 50-100 градусов с приоткрытой дверкой и включенной конвекцией, если она есть. А если есть функция открытия клапана, то будет еще лучше. Оливки высохнут в разы быстрее. После того, как они полностью высохли, перекладываем их в блендер и пробиваем. От интенсивности пробивания зависит размер нашей земли. Не стоит перебарщивать, если не хочешь получить пудру из оливок. Хотя это тоже вариант. Далее можно процедить землю через сито, чтобы получить более равномерную по размеру землю. Причем отдельно мелкую и крупную. Это может быть полезно. Если есть вопросы или есть чем поделиться, пиши мне в Instagram, ссылка в описании. И обязательно напиши какой-нибудь комментарий, например, что я неправильно называю маслины. Ведь чем их больше, тем лучше. Пока.